прочитали книгу Яны Полерош «Ключи времени». В этой истории рассказывается о двух ребятах, о девочке Свете и мальчике Гене. Они жили в пионерском лагере в советское время. Были, так сказать, не очень хороших отношениях. Подрались. Их вызвал директор. Но директора в кабинете не оказалось. Но вместо директора они увидели очень большой и странный шкаф, который оказался порталом в другой мир. И они зашли в этот шкаф, в портал, и очутились в нашем времени. Очень захватывающая история. Советую прочитать детям от 8 до 13 лет. Очень интересный рассказ. Очень.